что? О чем песня? Да про любовь, по-моему, песня. Может, про рэп? Может, про рэп? Не знаю. Я про любовь. Да нет. Я про любовь говорю. Да про нас. Про нас. Мэтт Коут и Бит. Это не просто работа, которая на заводе. Сотные спроши на сцену на заводе. Эти трое пишут правильные вроде говорят. Тогда на них просто пошли качать. Нет, каждую точку заложена часть себя. И мы находимся здесь, не зря сейчас опять. И значит волю судьбы, ты находишься тут. Слушай, вроде Яндер и не компродруг. Мануфактурная работа, музыки на слов. Жизнь и запись, лишь работа над флоу. Какой флоу? Выражайся понятней. То есть ты число попали в разряд. Песнями эволюционируем. Кричим о том, что думаем, мы это бурируем. Ставьте травой базары, не рифмуй слепо. Кто мы? Южная фабрика рэпа. Кто сейчас орёт микрофоны? Южная фабрика рэпа. Запоминай, если мы не знакомы. Кто сейчас орёт микрофоны? Запоминай, если мы не знакомы. Южная фабрика рэпа. Русское слово бит, это всё наша тема. Замыкая клеммы силами всеми. Это хвалит время высекания. Искренне без риска. Во временами слишком близко. Какая за вещь, готова создать впечатление. Мануфактура слова, как мы ставим время. Держит крепкий клей, слово правильно сказано. В колоде храним всегда папочку разное. Не рэп, а рэпи, все в душам вашим. Есть что сказать, поэтому упорно тащим. По ушам парящий, что в группе сдача. И рэп настоящий, давай руками машем. Это гиташа, работает, как мозг косит. Здесь свои назвиты, три голоса живого быта. Все не напрасно, здесь каждый стоп испытан. Фабрика Южная, здесь все остальное шито. Кто сейчас орет микрофоны? Южная фабрика рэпа. Запоминай, если мы не знакомы. Южная фабрика рэпа. Кто сейчас орет микрофоны? Южная фабрика рэпа. Запоминай, если мы не знакомы. Там по ночам, по ночам, радость приносит. Мы вам приносим те, кто не может. Мы приносим музыки, музыки, прогнозы, угрозы. Качать свои тела, прыгать вверх-вниз. Быть ожумелым, очень умелым, оточенным белым. За то, чему мы заточены к стенам. Давайте теперь все одно. Сейчас орёт микрофоны. Ну что, вот и все. Наша программа подошла к концу. Вам понравилось? Вы нас запомнили? Кто мы?